Садрин. Номер 11 Сергей Артеменко. Номер 16 Максим. Номер 30 Алексей Савельев, вратарь команды. Номер 3 Юрий Симонов. Александр Егорычев. Главный тренер команды Евгений Геращен. Старт Нижний Новгород. Номер 23 Евгений Сайтанов, вратарь команды. Номер 2 Денис Максименко. Номер 6 Александр Потяшин. Номер 7 Александр Гаврилов. Номер 9 Павел Гаврилов. Номер 12 Дмитрий Чекуваев, капитан команды. Номер 14 Максим Семенов. Номер 18 Алексей Киселев. Номер 25 Леонид Бедрев. Номер 87 Константин Черепов. Да главняк в натуре, блядь. Блядь, договорились, какой 5-5 надо сыграть. Я по не стоим. Они 0-0, блядь. Да, хоть ладно, уж похлопай, блядь. Ломали все планы.
первенство области из городской области по хоккею «Чемпион» между командами «Старт ветераны» и команда «Нижегородец» 93-го года рождения. Завершился матч в Оренбурге. Локомотив «Родина» 4-4. Первый раунд. Уральский трубы. Рубав 2-2. Ну ё, вот я, блядь, пожалуйста. Передачи Тимофея Безносова, номер 24. Мяч ворота команды «Старт» забил Александр Насонов, номер 5. Волга, Динамо Казань, 11 минута, 0-0. Передача Юрия Тимофеева, номер 3. Мяч в ворота команды «Старт» забил Евгений Яковлев, номер 9. Давай!
последняя минута матча. Вова, пойдем со мной. Пойдем, не бойся, сейчас спинит папка. Пойдем. Иди. Ну что, довезете, нет? А? А, спроси его. А где? Да нет. Водитель. Руку даю.